Да, немножечко отзыв нашего покупателя. Так, где вы у нас здесь? И вы где? Меня хотите показывать где-нибудь? Да, по Первому каналу. Не надо. По Первому каналу, чтобы Россия видела. Кого? Своих героев, да? Да, где шубу покупать. Так, как вас зовут? Светлана Петровна. Светлана, меня зовут Дмитрий. Очень приятно, что вы к нам возвратились. Вы давно выбираете шубку, хотели в Москву ехать, да, еще? Вот. Почему остановились на нашем, так сказать, выборе у нас в магазине? Какая шубка вам понравилась? Понравилась? Да. Так. Вот эта шубка, которая висит на витрине. Черненькая, да? Черненькая, именно для автомобиля я ее покупаю, чтобы мне удобно было ездить. Активный образ жизни у вас, да, в основном для автомобиля? Ну да. Угу. Так, ну можете в руку взять хотя бы так, посмотреть, шубку так, чтобы вот у нас... Ага, вот прям с вешалочки, так, раз, ага. Вот такую шубку мы подобрали, летучая мышь, красивая, великолепный мех, отделка куница. Размерчик вам подошел, все в порядке? Да. Ну вот, так сказать, к Новому году, на день рождения, да, у вас? Да, 12 ноября день рождения. Вот так. Сегодня 10 ноября. Еще два дня и все, пляшем в шубе. Можем ее обмыть заодно на день рождения. Ждем у вас в наш магазин, пока-пока. Спасибо за внимание. Спасибо.